Шапку надень. Вот главный девиз всех мам зимой. А носят ли они сами шапки? Вот в чем вопрос. Я шапки не ношу. Надо носить. А иногда я ношу шапки. Я ношу зимой шапки. Если честно, нет, не ношу. Муж заставляет. Привет. Мы находимся на премии «Супермамы 2017». Как эти красавицы успевают все? Работать, отдыхать, воспитывать, быть такими красивыми. Давайте у них и узнаем. Hey, I'm a good woman. Don't treat me like dirt. Как вы все успеваете? Никак. Мне кажется, что планета стала крутиться быстрее, и время как-то вообще бежит просто невозможно быстро, потому что я ничего не успеваю. Я сама иногда удивляюсь, как я все успеваю. Сейчас вот пока готовилась к мероприятию, мама, и в данном случае работал папа. Доделывал математику и с малым гулял. Супермама всегда все успевает. Мечтаешь, желаешь и делаешь все. Food battle. Нужно убедить ребенка, что яблоко круче, чем шоколад. Яблоко очень красивое, наливное, и оно очень полезное. Будешь кушать яблочки, будут хорошие зубки. Зайка, от шоколада зубки будут черненькие, они тебе совсем не идут к лицу. А шоколад толстит. Убедила. Дети меня очень хорошо слушают, я очень строгая мама, поэтому они делают, они меня кушают брокколи, спаржу, и они у меня большие молодцы. Hey, I'm a good woman. I'm a good woman. Such a good woman. So don't treat me like dirt. Утро мечты у супермамы, какое оно? О, наверное, в спа где-то, с массажем, с чашечкой кофе и немножко тишины. Спать. Поспать на диване подольше, встать, чтобы дети приготовили завтрак, чтобы муж порадовал, принес цветы и ничего не делать после. Проснуться, позавтракать, пойти в какой-нибудь приятный спа на массаж. А лучше проснуться сразу в спа. Да? Тоже как вариант. Нет, у меня нет утра мечты. Я стараюсь следовать всегда определенному плану и не сокращать свое утро и никуда его не перестраивать. Модный блог от супермамы. Как красиво себя замотать шарфом, чтобы было модно и тепло? Как-то перевернуть это. Вот так. Как получилось? Ничего? Вот так. Мне кажется, это самое удобное. Ну вот примерно так. Главное это закрыть шею, чтобы не заболеть. А сзади просто либо на узел завязать, либо аккуратно положить вот так вот. В Дубае у нас вообще летом 60 градусов, я особо шарфики не ношу. Как-то вот так. Ну это прям такой восточный вариант. Как называется? От Петляковой. Петля. Петля Петляковой. Картина начинает проясняться. Теперь мы знаем точно, как стать супермамой. Осталось дело за малым. Найти суперпапу.